А у нас гость на площадке появился, не просто гость, как мастер настольного тенниса, а человек, который из Петербурга, из Санкт-Петербурга, как говорить правильно, Санкт-Петербурга, приехал в командировку сюда и знал о нас, вернее, знал о нас из Ютуба. Познакомься, Таня, ты хоть дай познакомиться с молодым человеком. Таня, познакомь нас с молодым человеком. Зовут его Махмуд. Махмуд, добрый день, здрасте, это Таня, это Черкизовский парк настольный теннис. Таня хочет немножко поиграть с гостем, а то он завтра уже уедет. Кто хочет? Игорь. Хорошо, Игорь с Махмудом поиграет, а мы с вами ролик еще один выложим. Сейчас будет разминка. Вот, давайте сюда. Международный матч. Зенит Локомотив. Санкт-Петербург. Москва. Погода. Несмотря на то, что солнышко светит и красота непередаваемая, прохладная. Градусов, наверное, 6-7. Но зато не 7 больше? А, меньше даже, говорят. На солнце. Вот так вот. На открытом. Но дышится просто как в парке. Махмуд покажет друзьям, а мы с вами, да, еще контент расширим. Вот, а из школы закончили занятия, ну, занятия для нас, 2 часа тенниса. Появился Сергей Николаевич. Ой, пардон. Вот смотрите, народу сколько. Вот так потихонечку, полигонечку. Так, вернемся к Махмуду. Так, ну мы рады, что гостю из Санкт-Петербурга удалось поиграть у нас. Передаем привет Питеру. Они хотят на счет, но мы не будем, наверное, их смущать. Пусть они на счет играют без нас.